Следующему больному 20 лет. Заболевание также началось в старших классах школы. До этого прекрасно учился, проявлял некоторые математические способности. Первый острый приступ сопровождался массивным несистематизированным бредом, бурным возбуждением. В дальнейшем, однако, достигнуть качественной ремиссии не удалось. Заболевание быстро прогрессировало. В настоящее время ведущими в состоянии являются грубые расстройства мышления. Я хотел бы, чтобы вы для начала пожаловались или похвалились. Какое ваше состояние? Состояние резко меняется в течение суток. Очень резко меняется. Субъективка переходит в объективку. Что? Поточнее. Бывает объективная галлюцинация очень часто, но я снимаю рукой очень быстро. Так. Еще что бывает? Бывает субъективная галлюцинация, они распространяются на подоконнике. Они? Распространяются на подоконнике, это неприятно очень. Распространяются на подоконнике, это неприятно. Да, это неприятно. Так, хорошо, еще что бывает? Сердце болит, ну, с сердцем, я думаю, у меня все будет нормально. Так, еще что? Так, серость небольшая, но это можно снять немножко. Что небольшая? Серость, но это можно... Серость небольшая. Да, это можно снять через сердце, я думаю, что будет нормально. Но мне непонятно, что такое серость. Ну, это тоже что-то вроде, не серость, это галлюцинация, скорее всего, да, это галлюцинация. Где она, эта галлюцинация, где эта серость? Ну, в воздухе бывает такая небольшая, летает, я немножко это тоже сам снимаю, сам выхожу из этого. Сам снимаете. Так, еще что, Саша, еще что вас беспокоит? Ну, солнце, солнцем я тоже могу восстановить через Библию, у меня... Что это вы тихонечко сказали? А? А можно заговорить? Все, что меня беспокоит? Все, можете говорить абсолютно. Ну хорошо, я скажу, что Библия нарушена буквой И, она восстановилась на 2/3 и плюс 2/3. Ага. Так. Вот, и я сам восстановил. Я очень часто рисую водяные знаки на Библии. Совершенно случайно получается у меня, совершенно случайно. Я нарисовал 13 параллельных линий, нарисовал треугольный знак вечности. Совершенно случайно. Да. Это помогло. Помогло от чего? От болезни. А у вас есть какая-то болезнь? Да, я болен. Чем? Буквой И. Ну как это, такой болезни вроде бы нет в реестре заболеваний. Это болезнь психическая или физическая? Это болезнь скорее физическая, да. Что это такое? Все-таки опишите. Это координация, скорее всего. Она была в любом случае нарушена, кем бы я ни был. Вот. А кто вы есть? Как говорите, кем бы я ни был, а вы кто есть? Я этого не скажу пока. Хорошо, не обязательно. Ну хорошо, Саша, вот вы нам перечислили, вы все перечислили, что вас беспокоит, или есть еще что-то? Ну что ж, такие зрительные галлюцинации, что я человека вижу какого-то со стороны. Угу. Вот, потом... Не закрывайте рот. Тени какие-то не такие. Тени от чего? От ламп. От ламп, никаких. Да, немножко раздваиваются чуть-чуть тени. Это неприятно, это мешает разговору. Так, еще что? Ну хорошо, достаточно. Саша, а скажите, от чего все это? Почему это с вами все происходит? Почему вот эта серость, галлюцинации, тени? Какова причина? Причина того, что я поставил, говорите. Да, говорит. Знак дьявола над буквой И, водяной знак. Это произошло, когда полностью мир заполнился видениями с начала до конца. И вышел дьявол. Мастер Маргарита, понимаете меня? Все да. Происходит по мастеру Маргарите и по Библии. Я все это вижу на фонарях. На фонарях? Да, и кота, и коровьего, и Азазьева. Я всех видел. Всех подряд, понимаете меня? Ну и вы их как видели? Вот я их видел вживую. Как меня? Как вас. И что же они делали? Они обещали меня убить. А, значит, они вас преследуют? Они меня не преследуют. Я их не боюсь совершенно. Я все понимаю от начала до конца. Так. Ну, а что же, как же вы от них собираетесь защищаться каким-то образом, все-таки убить? Да, я стараюсь акцентировать взгляд на буквы И. Я действительно, у меня очень получается.
Я убираю дьявола рукой, а там он бывает, птицы слетаются. Угу. Я говорю, уйди, дьявол. Вы говорите, есть тени, есть, значит, вот какие-то видения, вроде бы там... Ну, я вижу сложное пространство на окнах, ну и что, это действительно так. Что вы видите? Сложное пространство, я должен их видеть. Сложное пространство на окнах? Да. А что это такое? Это ближе скорее к математике, это ближе даже не к математике, а к метафизике. Угу. Вообще-то по жизни я должен строить 21 кольцо. А объясните об этом? Угу, только... Угу. 7 колец вверх, 7 колец вниз, еще 7 колец вверх, получается лампа. В разуме 42 кольца мозгу. Угу. Это так. Откуда вы это все знаете? А у меня это было, у меня был нахлыв. Был? Нахлыв. А что это такое? Нахлыв – это энергия. Нахлыв энергии? Да. И в результате этого нахлыва что было? Я все понял. У меня он был в 92-м году. Вот этот нахлыв был в 92-м да, году? Да, нахлыв. Тогда я все понял, еще до конца. Угу. И я старался через этот нахлыв себя корректировать. Я одно убирал, другое выводил. Угу. Хорошо. Саша, вот вы говорили, что существуют, значит, галлюцинации объективные и субъективные. Вот... те видения, которые относятся к мастеру Маргарите, это что, объективные или субъективные? Субъективные. Вот чем, что значит объективные и что значит субъективные? А, ну, в моем понятии объективно, это не субъективно. Угу. В чем разница между объективными и субъективными? Разница в цвете. То есть... Поясните. Ну, то есть субъекция – это цвет, скорее всего. Субъекция – это цвет. Да. А объективные? Объекты – это объекты. То есть? Ну, это дома. Угу. Это буквы. Это же буквы, твердые буквы. А что значит твердые буквы? Пока я понимаю их как твердые. Ну, какие буквы твердые? Я просто не пойму, что это. Это грамматическое понятие или что это? Что значит твердые? Твердых букв не бывает, я понимаю. Твердых букв не бывает. Твердых букв не бывает? А-а. А зачем вы о них начали говорить, если их не бывает? Ну, они могут быть твердые, они иногда двигаются, иногда нет. Где они двигаются? О чем вы говорите? Что это? Текст, написанная книга или ну, что? Ну, например, Библия. Все происходит через Библию. Так. Извините. Угу. Все происходит через Библию. От начала до конца весь этот мир мой построен на Библии. Угу. И каким же образом вот наш мир соотносится с Библией? Ну, прямая связь совершенно. От того, как я читаю Библию, зависит тайна этого мира. Тайна этого мира? Да. Ну, а вы можете как-то влиять на этот мир? Могу. Каким образом? Какие у вас есть способности? Ну, это способности рук, способности глаз, способности ног, способности тела. Ну и что это за способности? Что вы можете сделать? Изменить погоду. Изменить погоду? Да. Ну вот сейчас погода, это вы ее такую сделали? Можете нам сделать сейчас лето? Лето? Да. Да нет, сейчас немножко тучи, неприятно. Саша, а какое у вас образование? 8 классов, да, курс техникум. Угу. И вы хорошо учились? Да, Бог никогда не оставлял, учились хорошо. Поступи потом в техникум. Угу. А что за техникум? Радиомеханический, будет радиовокация. Вы сами хотели тогда поступить? Сам хотел, да. Мне интересно было учиться? Мне нравится математика и философия, да, две науки, о которых я нажимаю. Угу. А там философию проходили в технику? Проходили, основы. Угу. Ну, и вот сейчас, какое ваше положение? Вы ведь не учитесь, да? Нет, ну я поеду, хочу ехать в деревню. Угу. На достаточно длительный срок, чтобы там учиться. Работать, сначала работать, я буду много работать. Чем бы вы хотели заниматься? Медициной. Ну, для того, чтобы заниматься медициной, нужен диплом врача, наверное. Я, естественно, хочу его получить. Каким образом? Поступить в институт куда-нибудь. Угу. И каким же врачом бы вы хотели быть? Или психиатром, либо хирургом, либо все вместе. Психиатром и хирургом вместе? Это можно как-то сделать. Переселение душ, я это покажу. Угу. Так. Ну, и для чего это вам нужно? Ну, для того, чтобы немножко понять себя, понять людей. Обращает на себя внимание... сложный, крайне противоречивый, по большей части непонятный слушателю строй ассоциаций больного. Он допускает взаимоисключающие утверждения,
за внешне упорядоченной речью мы не видим столь же стройной мысли. Данное расстройство называется разорванностью и весьма характерно для шизофрении. В речи больного мы находим выдуманные слова, неологизмы, которые отражают символический характер его мышления.